Друзья, всем привет, с вами Итан, и я вас приветствую на просторах моего канала. Мы играем в GTA 5. Значит, едем на вопросительный знак. Не знаю, что там за здание будет. Мне самое интересное, если честно. Здесь у нас какой-то гонщик. Ну, давайте с ним побазарим. Crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny. Так, не понял, что он предлагает? Погоняться? Ну окей, погнали. Ну, не знаю, как мой таз справится с этим. Может быть, подыскать что-то получше в этом плане, но я думаю, справится. Мы вот его даже обогнали. Как стоячего. Ну, здесь тоже они такие все прокачанные довольно-таки. Попадаемся сейчас еще, да, вот так вот. Обожаю присануть кого-нибудь. И еще помните, в Сан-Андреас были гоночки. В Лос-Сантосе. Оу. На лоурайдер. Блин, жаль, потерял я скорость на этом повороте гребаном. И здесь тоже. Черт. Тут таз очень легко на самом деле разбить. И это я уже несколько раз испробовал. Блин, ну я чувствую все, я зафейлился. Ну вот этот воткнулся вообще прикольно. Не, понятное дело, что возможно мне золото не светит, потому что надо было подготовиться, хотя бы разок проехать эту трассу. Ну, не знаю, впереди он два соперника, я пока что на пятом месте. Я думаю, можно будет. Ох, как меня бортанули-то. Черт, вроде одних обошел, других нет. Так, ну давайте по прямой сейчас попытаемся срезать. У меня с мощей гораздо больше. На трассе мы готовы просто любого порвать. Так, ну вот мы уже на второй позиции, друзья. Ну, кстати, не так уж и слишком сильно они отрываются. Давайте, давайте. У нас есть все шансы. Конечно, им будет... А, тут два круга. Ну, дал... Твою ж ты. Ну, считайте, мы пришли первым под конец первого круга. В принципе... Да-да-да, прям Burnout. Самый настоящий, кто играл в Burnout. Ставьте пальцы вверх. Сейчас я немножко потолкаюсь. С этими... чуваками. Воу-воу-воу. Сейчас мы... Здесь вот уже хорошенько пройдем. В принципе, тяжелые повороты у нас миновали. Надо газку поддать, надо поддать газку. Трасса весьма неплохая. Встречку бы. Лучше в таких моментах немножко сбавить скорость, но пройти поворот. Гребаный щит! Я думал, лучше бы я тебя снес нахрен. Блин, ну, обычно обидно будет профукать первое место, но здесь вот по прямой мы сейчас опять их всех, я думаю, дернем. У нас просто мощей, в принципе, немерено. Но единственное, я боюсь, что у нас там что-нибудь с движком. Да, конечно, дам я тебе первое место. Так просто. Впереди финиш, давайте, прямая, все, оно мое. Так что пускай лолки отдыхают. 200 баксов мы заработали. Перезахранились. Так, ну что. Блин, машины мы, конечно, рассерачили. Даже колеса в развалку пошли. Она даже не тащит. Удивительно, как я доехал. Ну, давайте доковыляем. А, куда мы доковыляем? Ну... Блин, ну все, таз у нас хренам собачьим сломался.
Так, ну что, давайте по карте определимся, куда дальше мы поедем. Ну, насчет гонок мы поняли, я как бы не фанат. Ну, нам недалеко дойти до Фрэнклина. Так, давайте просмотрим. До Майкла далеко. Ну, давайте домой вернемся. Тут, в принципе, какую-то очку выберем. Выберем мы гелик. Да, на гелике надо быть уверенным в себе, чтобы тебя так вот не выкидывали. Ладно, немножко потолкаемся. Блин, как я люблю заряженные джипы. Будем прокачивать что-то такое мощное и большое. Интересно, в игре здесь есть что помощнее из именно вот парка внедорожников? Ну, быстрее, чем гелик, я, наверное, сомневаюсь. Так, копы. В нашем гетто копы. Ну, хорошо, что они не по мою душу. Так, ну что у нас дома-то творится? Что происходит сейчас? Всех поднимем на уши. Хотя нет, вот я заметил, что здесь миссии, видите, как бы время перематывается на определенный момент дня. Тусовка старых дев. Это вот тетя. Да, племянником она хорошо занимается. Этот чел, по-моему, из тюрьмы вышел. Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Офигеть. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. Опустил его опять. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Yeah. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. Тут ты меня уважаешь, я тебя там не уважаю. Такие вот разговоры. Ты вообще кто по жизни? Это бизнес. Так, ну у нас... Блин, а чё, на гелике не поедем? Едем в магазин Amunation. Знаменитый магазин еще из третьего GTA. Он нас преследует, а может быть даже и со второго. Знаменитая сеть. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Так, 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 так. А вот наш магазинчик. Сейчас пока никого там нет, задним сдадим. Тоже есть парковочка, но мы... как правильные нигеры, просто ей даже воспользуемся. Хотя я встал вообще не на то место. Так, ну окей, всё. Пошли. Пошли.
поближе камеру сделаю. Так будет более кинематографично, я бы сказал, все это выглядит. Раньше, не знаю как здесь, все оружие нельзя было купить в самом начале, то есть нужно было потихоньку добираться. Но смотрите, какой огромный выбор в игре Арсенал, то есть здесь я вижу и дубинки, и тизер, по-моему, там есть из пистолетов, греночки, роторный пулемет, всякие рода снайперские винтовки, всего их две. Так, а здесь, наверное, возможно, тоже появится что-то, но пока что давайте... Что нам предлагают? Этот закрыт, бронебойный шокер. Ну, мы можем купить нож. Так, газовая шашка, греночка. Ну, давайте греночку возьмем. Эх, можно еще взять? Давай возьмем греночек, потому что... Так, а там что? Штурмовой ПП. Его же можно даже прокачать. Так, друзья, давайте. Я люблю, я просто обожаю прокачивать стволы. Так, прицел. Ну, глушитель мы, естественно, воткнем. Прицел, фонарь. Мне кажется, нахрен не нужен магазин больше емкости. Патрончиков сейчас наберем. От души. Так. Есть еще. Ёпер, тут и калаш есть. Парашют нам недоступен. Вот даже не знаю, правильно ли я сделал. Ну-ка, по урону посмотрим. Этот по урону, конечно, слабоват. Че, возьмем калаш еще как основной. Хотя, в принципе, я думаю, хватит. Потому что я боюсь, что нас копы повяжут. И мы уже как бы не сможем. Единственное, пистолет, конечно... Его надо качнуть нам. Глушак. Фонарь нам не нужен. Так, давайте патрончики возьмем. Сколько здесь максимум влазит? Магазинчик. Ну что, глушителя хватает. И глушак возьмем. Я просто в ахуе. Я вообще нигде не видел, что мне было указано, прям купите этот гребаный помповый дробовик. Почему он так важен нам? Я вообще... Ладно, друзья, я сейчас приду в себя. Мне даже по такому случаю отключили от Xbox Live. Чтобы я не зашел в мультиплеер и не порасшибал бошки, кому не попадя. Окей, окей, все, сейчас я дух переведу. Пока он загрузится. Так. Дробовик с подсветкой. Пожалуйста, как пожелаешь. Мне вообще... Смотри, какой классный глушитель. Но он жесть сколько стоит, поэтому нахрен он нам нужен, правильно? Так. То возьмем, наверное, калаш вместо того. Это пулемета. Пускай она у нас будет. Так. Блин, глушак хочу. Пипец, какие любые глушители. Ладно, магазинчик берем. Берем кучу патронов. Вот все мы забыли на дробовик взять патроны. Сейчас наберем тоже от души. Ох, как же их тут много. И возьмем, друзья, я думаю... Блин, пистолет. Пускай будет пистолет, мы ему качнем магазин вместительности, чтобы побольше было у него. И мы, конечно же, не останемся в стороне от гранат. Ну, одну возьмем, блин, больше денег не хватает. Так, ну чувствую, у нас будут здесь серьезные разборки. Поедем мы на этом говне, но
Кто-то даже нам ее переставил прям. А, это в процессе загрузки было. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situations? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt, nigga. After his bid, you probably need tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You've been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG. Опять опускают Фрэнклин нашего друга, который из тюряги вышел, всячески его пытается опустить, типа он там петух. Ладно, такие взрослые разговоры, хотя большинство понимает, о чем я. Даже Путин понимает, о чем я. Немножко промазали мы с воротами. Так, ну вроде машина цела, это самое главное в данной работе криминальной, чтобы мы смогли свои косточки увезти отсюда, мало ли чего. Так, поближе к входу. Надеюсь, ее никто не перепаркует. Так, как нам ствол выбрать? Я уже забыл. А, все, все, вспомнил. Мне похеру, я буду с калашом. AK-47 или 74. Самый надежный наш автомат. Он, в принципе, во всех частях GTA присутствует. Дают дань уважения. Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Короче, у нас проблемы, видите, нас тут прессовать сейчас будут. Да, мы так не будем просто прощать наших врагов. Так, твою ж мать, давайте без... Щеглы. Это серьезное дерьмо, друзья. Давай, 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 давай. Иди, иди. Дабл килл. Ну что-то, конечно, ребят, здесь просто в такое дерьмо путали. У нас тут автоматика серьезная, они с пистолетами пытаются нас проучить. Так, все вроде бы круто. Я даже не вижу, где здесь шкала здоровья. Блин, такой замес устроили. Жесткий, а-ля Макс Пейн. И Узи. Так, как нам перезарядиться? Пробиваем просто дверь. Ох ты ж, бля. Я что-то не ожидал прям такой. Вот видите, всегда надо быть начеку, потому что... Тут, конечно. А что мне на... Давайте, знаете, что сделаем, друзья. Так, надо удерживать. Блин, а... Чтобы бросить гранату, удерживайте ЛТ. Ну, окей, удерживаю. Нормально? Так, неплохо. Там что-то рвануло. Блин, здесь нету... Б.
дырки для стрельбы. Надо просто укрываться. Все, я понял, где у меня здоровье. Черт, какого хера я загорелся? Блин, жесть, здоровье не восстанавливается. Это нам не Call of Duty, надо быть, ребят, на чеку, поэтому я... Чё-то я как-то не знаю. Ох, тут копы. Спецназ. Мы собьём вертушку? Ну, практически. Давайте выходить, у нас... У нас труп копа. Так, а у него что за ствол был, интересно? Так, мы по лестнице будем валить. Пошли, пошли, пошли. Три звезды, это как бы серьезно. Их уже, я так понимаю, просто не скинуть. Где-то гребаная вертушка. Мы ее практически сбили. Оу-е. Видите, какой калаш смертоносный. Так куда они пошли-то? Черт. Так, надо нажать. Блин, а Б нам цель не показывает. Куда эти пацаны побежали? Так. Надо мыслить, надо думать. Они где-то наверху, судя по тому, что одного моргает. Стрелочка наверх. Блин, прозевал момент. И сейчас придется дотукивать. Ну, наверное, сюда залезли. Как мне кажется. Ну, возможно. Или нет. Блин, вот дерьмо. Так. У нас свалка. На правильном ли я пути? Да, где-то здесь, по всей видимости, сейчас мы... Сейчас мы ни хрена не сделаем, по всей видимости. Блин. Терпеть не могу, когда такая тема происходит. Когда ты из колеи выбиваешься. Так, ну здесь мы кого-то загоп-стопили. В этом месте. Блин, куда же подниматься-то? Что-то все карты мне спутали. Так, они тут наверху. Так, друзья, давайте сейчас подумаем. Еще вернемся. Я дико извиняюсь. Ну, может быть, да, скорее всего, сюда надо подниматься. Наконец-то до меня доперло. Обожаю потупить. Такие моменты важные. Так. Да-да, я именно про это и говорю. На той стороне, блин, ну это вообще пипец. И тут полно копов, я думаю, сейчас я долго не проживу. Черт. Такое управление, как-то они по инерции, блин, идут и... Ладно, пускай еще пару полицаев будет на нашем счету. Так, там можно перепрыгнуть? Да, вот это место, мы его как-то прошли. Так, копы. А они уехали, черт побери. Этого пристрелили, что ли? Но таз у нас, в принципе, неплохой. Ай, да. Конечно, я накосячил по мелочи в начале. А где они были? Блин, ну чё за дерьмо? Офигеть. Эта серия определённо неудачная. Я не видел, где они были, их даже... Я не могу. Их даже на радаре не было видно.
Я залазил. Черт, я думал, они свалили. Так, мне колеса не пробили. Блин, жесть. Ну, физика, конечно, она здесь, отвечаю, очень сильная сторона GTA. Блин, надо удирать от них, пока они нам тачку все не разбили. Похоже на... Да, это и есть BMW. Я думаю, какая-нибудь либо пятерочка, либо шестерочка. Так, нам нужно на трассу выходить. Думаю, в принципе, есть на трассе. Только здесь у нас шанс оторваться, потому что... Хотя у них тоже, смотри, какая она скоростная, она нас догоняет. Пипец. Либо на какую-то ехать покраску. Вот дерьмо. Блин, тазик жалко, его уже весь практически продырявили. Да, копы здесь прям. И дождь еще льет. И это на самом деле чувствуется, вот именно поведение автомобиля на мокрой дороге. Его в занос вот только так берет. Ну мы, в принципе, смотрите, оторвались. Ну, блин, тут слева приближается. Мы ему навстречу поедем. Плохая идея была. Определенно плохая. Вот это эпично. Да, пофиг, что я сдох, но посмотрите, как он эпично просто вываливается. Не знаю, можно ли было как-то перевернуть машину, выйдя из нее, но я почему-то подумал, что она сейчас загорится, и лучший вариант, чем выскочить, это как, блин, ну, сами понимаете. Хотя, я думаю, если бы даже я спасся, понятное дело, что наших братанов бы это никак не спасло. Так, 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 так. Блин, да это тоже гребаный. Можно было бы красиво уйти, но... Ладно, я буду концентрироваться на управлении машины. Машины. Постараемся сейчас уйти. Там по встречке или не по встречке едет. Но вот смотрите, мы оторвались. Там впереди. Нам все равно надо выйти из этой зоны поиском. Твою ж ты. Да, если в реале так вылететь, то навряд ли там что-то останется полезное от людей. Просто мясо будет. Никакие подушки не помогут в такой ситуации. Так. Это тупик. Это петля, ребят. Понимаете, мы опять в петлю попали. Блин, еще с вертолета бьют. Ламар нас втянул опять в очередное грязное дело, которое, кроме как проблем, нам ничего не дает. То есть, блин, один геморрой. Лучше бы я поехал к Майклу. Прям так и знал, что будет что-то нехорошее. Оу. Вроде бы за нами нет никакого преследования. Сейчас выйдем мы на трассу, я надеюсь. Это трасса. Черт побери, какая нахрен трасса? Ну, так, мы сможем здесь спрятаться под мостом? Копы в зоне. Блин, так и знал, друзья, ну... Выезжаем. Так, ну вроде бы оторвались. Просто такая дорога, что они в горку бы не поднялись бы никаким бы макаром. Сейчас заедем во дворы. Ой, очень плохо уходил, мне прям стыдно. Ну интересно, выцепят, не выцепят. Не проехали. Блин, ну это вот... кто играл в первый драйвер?
Сладкая в 98-м году игра, очень крутая, на первом PlayStation. Ну, она и на PC была, но играли все в нее на первом PlayStation. Это как раз, вот, собственно говоря, был расцвет приставок в России, много компьютерных клубов. И в драйвере такая же тема была, то есть вот зона поисков, и основная, и машины как бы бились очень реалистично по тем временам, то есть никакой Need for Speed там казуальный не сравнился бы. Ну и мы как раз, кстати, нам повезло, мы спрятались буквально в 5 метрах от дома. Ладно. И мотоцикл перекрашенный. Жесть. Тяжелая была миссия. Много раз мы гибли. Понимаете, в чем дело? Наш Фрэнклин, он, ну, как бы, он хочет срубить бабок, но он хочет это сделать более, скажем так, грамотно, то есть не подставляться лишний раз. И, ну, как и Майкл, вот, в принципе, это его, я так понимаю, на данный момент тот человек, на которого он как бы хочет быть похожим. Но Майкл уже, он завязал. Так чё, мы это не столкнём, что ли, на джипе? Чё за дерьмо? Не, представьте себе, она чуть тяжелее, что ли, Брабуса. Какой-то пипец. Ладно, поедем на мотоцикле. Вообще до Майкла лучше ехать не на мотоцикле, надо звонить не тетушке, а звонить такси. Так, по времени, ну 20 минут нам еще хватит что-нибудь выполнить. Ладно, подождем. Задралась таки его на козла. Вон такси подъехало. Только не вздумай уезжать, мужик. Потому что не вздумай уезжать. Поехали. Да, едем к Майклу. Пропускаем. Мы же не будем ехать в такси и разговаривать о чем-то, пока он там доедет. Он тем более поедет не так быстро. Он будет по правилам тормозить на перекрестки, пропускать, то есть понятное дело, что я выберу вариант, ну, побыстрее. Да, мы на месте. 33 бакса стоило нам это нелегкое путешествие, если учесть, что мы с предыдущего дельца вообще ни разу ничего не поимели. Кого там трахали? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bet. You bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Вот шлюха. Все, ему хана. Ну, конечно, я... Не, ну, видите, как я грамотно проехал через дерево. Возможно, мы его и не убьем. А мы видели, помните, как он домогался до дочки? А он на такой микроскопической малолитражке, что мы сейчас его просто впечатаем. Но я думаю, должен быть еще какой-то разговор. Какого хера, козел, ты прешь? На встречку выезжаешь. Так, сейчас мы его догоним. Друзья, не сомневайтесь в этом. Так, окей. Он не в будке в этой живет случайно? А вот и наш гандончик. Hey,
Я понял, как что сейчас произойдет, если кто смотрел «Смертельное оружие», тот поймет. Как, мне кажется, это будет именно этот момент, судя вот по этим опорам. И внедорожник, который у нас здесь находится, мне кажется, будет именно эта тема. Ну, я так и понял, друзья. Я, вот, друзья, честно говоря, не знал. On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude. Да, Майкл не из тех людей, которые... Надо сначала... А, ну поехали, ладно. Чё он задним-то не сдаёт? Надо сначала назад съехать. Нет, мы будем так тянуть. Сейчас мы рассерачим его дом. Да все, хана, сейчас пойдет. Оуе. Просто херам собачьим. Блин, такой дом стоит не меньше там десятка миллионов долларов. Тем более на голливудских холмах. Жесть, ничего. Едем домой к Майклу. Ну, я так понял, если у Майкла брак пошел в развал. Офигеть. Офигеть, я аж пропустил даже поворот из разговора. Он тут, кстати, сзади. Так. Блин, почему я не могу переключиться на Фрэнклина и просто расстрелять их всех? Помочь другу? Что за дерьмо? Почему меня ограничивают в моих действиях? Так, мне похеру. Ладно. Майкл, хоть пушка-то есть? Mr. DeSanto, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Кто-то женщина мне больше интересна. Так, ну что, давайте уходить. Че, он стрелять будет? How you doing, Frank? Man, look the fuck out.
Ну, отлично, одних мы уже уработали. Так, сейчас мы тебя поджарим. Так, мне надо было выбрать Майкла, да? Я уже забыл выбирать. Вроде бы вниз. Ну вот, все, окей, выбрал. Готово. Делов-то. Не, круто, когда кто-то ведет машину вместо тебя. Ну, конечно, в голову ему неплохо попал. Короче, он вспомнил про былые времена, как это было круто. Он не парится, он руководствуется принципом «делай, что должен, и будь, что будет», как говорил Чингис Хан. Ему насрать, кем он там не был. Главным мафиози. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking. Ну я, в принципе, сразу догадался, когда увидел этот мощный грузовик и дом на опорах, это прям вот сразу намек на смертельное оружие. You know who I am? Do you know who I am? Do you? Now, who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Да не давай ему лицензию, ты ничего не обязан. No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Well done. Of course. Great. Ах ты, сучка. That's nice. Come on, man. Да можно было просто его грохнуть, черт побери. Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Да. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Офигеть. Короче, не надо сгоряча делать такие вот вещи, наверное. И по деньгам мы получили ни хрена не получили.
Ну правильно, разрушили чужой дом. Должно было быть написано минус 2 миллиона. Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? Так, это you Тревор fucker. Или не Тревор? Лестер. Такой Лестер. Я знаю Тревора, третьего персонажа. Так. Давайте взглянем на карту. И посмотрим, куда нам ехать. За Лестером. Так. Так, чудаки, прочие незнакомства. Буковка Л. Лестер. Так, а мы-то где находимся? Ну, ехать далеко, поэтому... Как обычно, мы не то. Я вечно путаю. Вызываем такси. Сейчас съездим к Лестеру, посмотрим, кто это такой. Конечно, буду я ждать. Не надо к Лестеру ехать. Так, что у нас есть? Похоже... Это Audi. Так, я забыл, друзья, самое важное сделать, а именно поставить меточку на карте, чтобы постараться приехать туда оптимальнейшим маршрутом. Блин, ну Audi ни хрена не валит. Если честно. Ладно, тише едешь, дальше будешь. Through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Видели Макларен красненький? Это Лара. Какой нахрен доктор тут? Думаешь, как бабки заработать? Такое, так, нехорошее дело влипнуть. Ух, вроде бы никого не убили. Конечно, из водителя меня, точнее, водитель из меня не супер крутой. Но мы уже скоро будем на месте. Грёбаное такси, я вам просто мщу за отсутствие машин. Ну, вообще, если кто знает правила, то перед поворотом налево нужно пропустить встречную машину. Особенно, если ты едешь по главной дороге. Так. Ну, мы практически уже... У Лестера в гостях. Но это не Тревор явно, потому что, насколько я знаю, Тревор живет где-то за городом. Приятная музыка довольно-таки играла. Жалко, что я покинул машину. Какой-то психопат здесь, потому что везде камеры, судя по всему. Даже нету портрета. Как он выглядит? I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? Так, интересный персонаж. I've been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game?
I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. По-моему, этот человек, который чуть не пристрелили там в начале, в первой серии. Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Он еще и астматик. Короче, он, я так понимаю, ему надо, значит, свести счеты с кем-то. Так, ну что? Ладно, друзья, я думаю, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю серию. Конечно, она была далека от идеала. Начали вроде бы нормально, даже и гонку выиграл, а там уже полная лажа, блин, много тупил. Но что поделаешь, надо идти вперед. Назад мы не будем оглядываться. Отличная тачка. Оу, е. Ну что ж, всем до скорых встреч, всем пока и удачи вам. Она очень-очень важна. Всем пока!